давайте сегодня пойдем в парк аттракционов. Все идем за мной и не отстаем. Пассажиры, усаживайтесь поудобнее и пристегивайте. В автобусе я удобно устраиваюсь и пристегиваюсь ремнем. Не делай опасных вещей в машине. Кто вел себя плохо? Когда ты в машине, не высовывай руки из окна. Когда ты в машине, не высовывай руки из окна. Не выкидывай из окна мусор. Когда ты в машине, не высовывай руки из окна. Плевать из окна некрасиво. Не высовывай голову из окна. Не выкидывай из окна мусор. Не высовывай голову и руки в окна автобуса при движении. Какой ужас! Я не могу найти папу. Нужно пойти туда, где мы были вместе, и ждать его там. Эй, парень! У меня есть конфетка для тебя. Пойдем со мной. Я покажу тебе отличное место для игр. Я не пойду с тобой, потому что я тебя не знаю. Рудольф встретил преступника. Позови на помощь вместе с Рудольфом. Помогите! Здесь преступник! Мальчик, не бойся, я с тобой. Стоять! Преступник спрятался в здании. Быстрее хватайте его. Ох, преступник опять убежал. Ох, преступник опять убежал. А какой хитрый преступник! А какой хитрый преступник! Так держать! Скоро он попадет к нам в руки! Ох, преступник опять убежал! А какой хитрый преступник! Мальчик, ты потерялся? Ты знаешь телефон твоей мамы или папы? Телефон моего отца 612543. Отлично, позвоним твоему отцу. 6 1 2 5 4 3. Папа, я у входа в парк аттракционов. Забери меня, пожалуйста. Рудольф. Папа, я больше никогда не буду теряться. Если ты потерялся, надо найти полицейского, и он тебе поможет. Дети, добро пожаловать. Мы выучили.